Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казуку Фэмили. 47-й, это Диана из агентства. Так. Ну, в принципе... Ой. Можно прям все подряд взять, да? Ладно. Башни выглядят впечатляюще, но смотреть на это нет времени. Это пора, да, под землю. Пора под землю, да, ребята. Так. Ага. Музычка прикольная играет, да? Что там? Пригласить кого-то там на ужин, да? Так, можно пока что оружие спрятать и посмотреть, что мы можем. Угу. Так, ладно. Потопали. Пожарник. О! Тут можно пожарником подсуетиться, да? Так, а куда пойдет пожарник, вопрос? Короче, можно пожарником быть, тоже как вариант. Тоже как вариант. Ага. Второй с кем-то тарахтит. Угу. И сирена работает, да? Опля, а вот это, конечно, не топ. Так, ну-ка. Ребят, все хорошо, мы просто проверяем, кто тут. Ага. У вас тут плакатики прикольные, да? Девочки и мальчики. Угу. Опа, а это чё? Опа-на! Опа-на! Ой, подожди. Текст. Ага. Ой, а нам обязательно проходить через эту херню? А я не хочу. И что нам делать? Ё-моё. Это что? Туалет. А, доставка. Пицца, наверное. Так. Что нам делать? Подожди, а нам оружие куда все толкать? Блин. А как нам пронести все оружие, вопрос? Угу. Хм. А об этом я не подумал. То есть получается никак. Да? Без оружия. Хреново. Блин. То есть получается и... Интересно.
Но они же хлороформ-то не могут читать этой. Ой. Не то пальто, подожди. Так. То есть получается, я могу только пожарником захерачить все, да? Ну что, попробовать что ли, а? Интересно, прокатит? В смысле? Не понял. А в чем прикол? Чего? А в чем прикол? Лифт на всех не работает, что ли, или что? Стоп, подожди, а что там было? Давай загрузимся. Там, короче, прежде чем что-то там было, там есть, короче, штука. А где она? Подожди. Если это типа чемодана, то мы можем что-то замутить. Yes. Это что у нас? Ой, стоп, охрана. И чё? Здорово. Пошёл в жопу. Так. Сюда никто не придёт? Пофиг мне уже на этот топор. Так, спокойный мужик. Я пойду заберу свои прибамбасы. Так. Местечко красиво, однако, да? Так. Так, что там еще боевой нож? Ну погнали, чё. Так. Я охранник, мужики, вы чё? Так. Не ходи, чёрт, я же сказал, нет. Да не ори ты. Не ходите туда, вам нельзя. А куда можно, придурки? Нельзя. Охранникам нельзя, что ли, или чё? О, подожди, дамочка, стоп. Да в смысле нельзя? Это же лифт, алё. Какого хрена? Чёрт, я же сказал, нет. Эй, бота! Пошёл в жопу, мама.
черт, я же сказал, нет. Кто кому нет? Так, подожди, а куда нам... Что? Что тут за фигня? Это подвал или что это? Еще вниз? Что вы тут рассматриваете, подожди? Прямой лифт. Понятно. Серьезно, дверь закрыта. И что делать? Ой, 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 перестань. Ну, Гила! Вы ничего не видели. Ха, куча чипсов у него. Ага, что тут получается? 47-й, это Диана из агентства. К сожалению... Агентство, это 47-й. Первая цель устранена, но здесь что-то странное. Я почти уверен, что у него есть брат-близнец. 47-й, это Диана. Я попробую свериться с базой данных. Продолжайте выполнять задание, а я свяжусь с вами, как только все проверю. Я слежу за ним с помощью системы наблюдения. В комплексе есть еще одна квартира? Кажется, он в одном из зданий. Проверьте, есть ли у компании Карнивары с другой адрес? Ну, скорее всего, так и есть. Так. 47. А отключить как эту систему? Охренеть, а пиццу он сюда, ублюдок, заказывает. Ага. Так, хорошо, а как нам тогда отключить систему безопасности? Вопрос. Если цель мы угрохали. Ну. Все нормально, мужики. Так, подожди. Прямой лифт куда? А? А, это в смысле мы бы приехали сюда, что ли, или что? Так, подожди. А? Подожди, а куда ведет эта вся херня? Вопрос. Или то и была система безопасности, нет? Подожди. Так, чё вы как психи бегаете, подожди.
камера слежения за лифтом работает? Это понятно, подожди. А... Первый этаж. Но там же вроде ничего не было, не? Лендри. Нет, это проникновение туда. Это, по-моему, все не то. По-моему. Так, ладно, подожди. Что тут за дверь? Ладно. Я все забыл в этой игре. От слова буквально все. Куда здесь? Понятно. Так, подожди. Натуре, а что взламывается в этой части? Подожди. И? Серьезно? Шкафчик с пистолетом, а нафиг он не нужен? Бля, как отключается тут это? Система видеонаблюдения. Точнее, где она отключается? Может, просто выстрелить надо, нет? Камера слежения за лифтом работает. Ладно, если, допустим, я сделаю... Вот так. Нет, стоп. Вот так, допустим. Серьезно? Так просто? Ну лады. Забавно, забавно. Я так и думал, что это... 47-й, это снова Диана. Мы проверили последнюю информацию. Кажется, вы оказались правы. Но не будем об этом. Давайте я расскажу, что делать дальше. Вы должны поместить электронное устройство «Жучок» в основной сервер, который находится в закрытой комнате с внешним охлаждением. Так наш клиент сможет получить доступ к системе и извлечь секретную информацию. Попасть в комнату с сервером можно с помощью специального ключа, который есть только у системного администратора. Нужный вам этаж регулярно патрулируют охранники. Некоторые сотрудники компании будут работать допоздна. Надеюсь, и системный администратор тоже задержится. Посмотрите карту и узнайте план этажа. Удачи, 47-й. Да-да-да, спасибо. Ну, в принципе, нет смысла. Ну вот сколько там людей. Кухня.
Камера даже тут стоит. Вопрос один, нахера? О, тут идет. Тык. Вот оно чё. Ага, вижу. Так. И куда тебя можно оттютюжить? Так, на кухне, наверное, отнести тебя. Так, ладненько. Текс. А куда там и топать? В серверную? Серьезно? Дверь закрыта. Окей. Текс. Кухня. А, систем админ. Опа. Опа, на. Куда ходит этот систем админ? Так. Блять, он на кухню что ли пошел? Подожди. Здорово, здорово. Блять. Сука. Это я понял. Подожди, а кого грохнул? 47-й, это снова Диана. Мы проверили последний... Установить жучок? Окей, жучок-то... Хотя подожди, если он... А, подождите, мужики. Стоп. Где комната систем админа находится? Правой? Ого. А. Ну что ты там рубишь себя посмотреть? А, прикольненько. Так, отойди. Бляха-муха. Так, подожди, где? Впереди? О. А-а-а.
хера себе. Приколдес. Так. Карту ключ мы взяли, да? То есть получается нам надо... Ага. То есть мы это взяли. Идем снова через офис. Да? Или как? Походу через офис. Три. Ага. А я какой жучок через какой? И не? Да ладно. «47-й, — говорит Клера. Дианы сейчас нет, но я вижу, что устройство работает очень хорошо. Теперь вы должны попасть на мост, чтобы перебраться на другую башню и завершить миссию». Ну, погнали, чё. Здорово, мужик. Ты имеешь в виду через это, что ли? Ну да. Так, ладно. А как нам носится-то? В смысле? Нихера себе подъёбочка. Ты охренел? Урод, блядь. Так, ладно. Раз такая пьянка. О. Эй, босс, вот оно. Сейчас буду заливать. Я знал, что смогу взломать эту чертову систему. Хм. Пароль уже ввели с другого сервера. Что вы говорите? Где? Кто? Секунду. Отслеживаем. Кажется, это сервер из Индии. Повтори. Из Индии. Это все, что я могу узнать. Вот черт. Неужели это сервер из Пенджаба? Да, и именно так, из центра Пенджаба. Проклятие. Это же мой клиент. Они заставляют меня найти его, потом уводят прямо из-под носа. Вонючие уроды. Он и его дрянная девка. Ха-ха, забавно, забавно. «47-й, это Диана. Наш связной сообщил, что ваша дополнительная цель – близнец Гуляка. Плейбой, который любит дешевых женщин и дорогие произведения искусства. Он собрал большую коллекцию и первого, и второго, включая редчайшую статуэтку 16 века. Ее очень хорошо охраняют». «Сейчас я возле пентхауса. Похоже, близнец внутри. Я выполню все, как вы просили». «Мы приказывали, а не просили. Вы уверены, что это близнец Чарли?» Да, он определенно на него похож. Хотя он ведет себя по-другому. Хорошо. Наш клиент хотел бы, чтобы все было похоже на кражу со взломом, которая плохо закончилась. Убейте его, украдите что-нибудь ценное и скройтесь на лифте. Ладненько.
Работа в джакузи. Интересное название миссии. Ага, понятно. Так. 47-й, это Диана. Наш связной сообщил, что ваша дополнительная цель — близнец Гуляка. Плейбой. Так. Ага, девочки ушли, значит, да? Ну, нихера себе. О, господи. Так, это не статуэтка? Опа-на. А как отключить сигнализацию? Там статуэтка на сигнализации. Кстати. Что за журнал? Ха, электроника, интересно. Ладно. Так, подожди, а что тут у нас внизу? Опа. Это кто у нас? Секретарша, что ли? Ого. Так, а охрана сюда ходит? Одна, походу, только охрана, да? Та, бляха-муха! Хлоп. О, она прям идеально померла. И чё, тоже на этой, что ли? Бляха-муха. Подожди, а как перелезть? Серьезно, тут еще и сраный лифт есть. О, в натуре. Ага. Давайте осмотрим последний груз. Чё за последний груз, КЗ, да? Ох, нихера себе. Смысл не выполнил, да ёпарасоте. Подожди, а почему? Блять, вы серьезно? Ебануться, ладно.
А как же мы сейф откроем? У кого этот? Что, реально сбросить нельзя? Ладно. О, он даже упасть может, нихера себе. Крутяки. Стоп, там охранник идет в ту дверь, да? Или нет, подожди. Отлично. Опля, нихера себе, это что значит? Это можно выключить, что ли, или что? Оу. О, точно, пока, короче, быстрей. Быстрей, быстрей. Ну. Чего? 47-й, это дело. В смысле, блядь? Ты что творишь? Ну. Ну. Алло. Где этот урод? Подожди, он там будет? Подожди. Быстрей. Мы сейчас его убьем спокойненько. Или нет, где он нахер? Ну, давай быстрее нахер. Так. Быстрей. Валим. Так. 47-й, это Диана. Выход. Так. Посмотрим сейчас следующая миссия какая, да? Так. Погнали. Сколько там уже по времени? Нормально. Так. Ну. 47-й, это Диана. Нам снова нужна ваша помощь.
Вам придется доказать, что вы стоите тех денег, которые вам платят. Наш клиент потерял груз и хочет вернуть его любой ценой. Груз был похищен членами вооруженной до зубов преступной группировки. Его спрятали где-то в пустыне. Миссия состоит из двух этапов. Сначала нужно уничтожить лейтенанта Ахмеда Закира и взять его карту. На ней указано расположение груза. Закир очень слаб, у него проблемы с сердцем. Каждый день после обеда он молится и ложится отдохнуть, поэтому его легко будет убить, не поднимая никакого шума. Если включится тревога, миссия будет провалена 47-й. Его хорошо охраняют. Двери его комнаты всегда закрыты. Входить туда могут только его личные телохранители, у которых есть ключ. Его штаб и штаб его охраны находятся перед дворцом. Когда эта работа будет сделана, вам нужно будет убить полковника Мухаммеда Амина и выкрасть его ключ, который является важной частью груза. Свяжитесь со мной, когда покончите с лейтенантом, и я сообщу вам данные о полковнике. На видео вы сможете увидеть обе цели. Это лейтенант, который входит в дом. Повторяю еще раз. Уберите лейтенанта без шума, заберите карту и свяжитесь со мной, чтобы получить дальнейшую информацию. Ага. Весело. Значит, получается, лейтенанта без шума убить, завалить, да? Интересный поворот. Так. Кажется, здесь только один путь. Если я подберусь незаметно, то смогу проникнуть внутрь и выполнить задание. Возможно, придется убрать несколько препятствий. Эта миссия, да, я помню, была напряженная. А, тут даже дверцы не открываются, ну зашибись. Что сказать, это получается... Жесть просто. Да. Ага. Подожди, а там охранник ходит, я так понимаю, что он меня запалит, да? Угу. Угу. Ладно, я думаю, на этом, в принципе, закончим. А там уже в следующий раз уже продолжим. В принципе. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Увидимся уже в следующих прохождениях. А всем спасибо. Не забывайте про лайки, про репосты. Всем удачи. Всем пока-пока.